Так, то есть. Скидываю какие-то сценарии. Что, с тобой лично занимается? Это не киношкола какая-то? Нет. Я к нему просто пришел на хай на встречу 2 недели назад. Сказал так и так вот. Не могли бы посмотреть мои ютубы, мои работы? Он такой, да. И мне на мейл. Дал мне свой мейл. Я ему скидывал. Он посмотрел, подписался, вот так чуть-чуть переписывал, потом я с ним встретился. Вот несколько раз встречались. Ну, только вот недавно. А вот вам тип все-таки, у меня же второе высшее получается. Да. Ну, обязательно платно. Вот, так что это, скорее всего, точно. Ну, если он вместе с курим, что делаем, может что-то придумать, есть такие варианты. Что... Ну, я же как бы знаешь, я же могу так ему подойти и сказать. Нет, ну понятно, что это не сразу. Вот, он мне там как бы предлагал такой вариант, что вот высшие курсы у этих на Тишинском. Угу. Ну, я, в принципе, там узнавал про них и думал о Сокурове. Сокуров ведет курс в Кабардино Балкарии. В Нальчике. А у них там киноинститут какой-то? Нет, это как вот, ну, вот государственный институт, да, там. Кабардино-Балкарский государственный институт. Типа, угу. Знаешь, из ПБГУ, да. Ну, свой, так сказать. А, и у них там какое-то отдельное отделение. Да. Но как вот он говорил, что там, в принципе, у них все так на уровне. У них и свои павильоны там есть, и камеры на дом. В общем, эти, правда, конечно, не пленочные все. И как бы студенты за это, понятное дело, ну, то есть это все их. Угу. У них там и сцена своя есть, там все это построено было для них. Ну, в принципе, и он даже хотел говорить, давай, может быть, ну, так, точнее, так просто вслух размышлял, типа, меня зачислить туда. Ну, и потом, что решил? Потом мы как-то просто на этой теме, ну, как бы, забыли, не стали ее так развивать. Ну, вот сейчас вот, когда вот он уезжал, в субботу приехал оттуда. И вот пока мы с ним ничего, я ему только вот написал вот насчет 100 ТВ, что вот он мне сказал, когда ты там все узнаешь, там, потом отпишись. Угу. Вот завтра хочу ему один сценарий скинуть. Не знаю, что напишу. Ну, понимаешь, такое все-таки еще, знаешь, такое отдаленное общение, неприближенное совсем. А что он от этого хочет, он не говорит? От меня? Да. Да, ничего не говорит. Это скорее я его прошу, чтобы он посмотрел, знаешь. Интересно. Я бы хотел бы, конечно, у него ассистента поработать. Ну, я как бы я ему это сказал, я хочу у вас типа вот, ассистентом поработать по возможности. Ну, рассказал, что я там закончил, что я делал, какие там постановки. Ну, у меня же, видишь, там со второго курса я уже отрывки ставил сам. То есть у меня как бы театральный-то опыт-то есть, у меня вот, кинематографический совершенно. Это все послушал. Ничего сказал. Да ничего так особенного не сказал. Будем думать.